Звучит стартовый свисток, и я приветствую вас, дорогие болельщики GTSU и NJFC. Ну а я, Яров Дмитрий, буду комментировать матч от лица GTSU. Хотелось бы отметить важные изменения в нашем составе, но пока что подача в штрафную. Все-таки она снята. Хотелось бы отметить 4 важных изменения в нашем составе. В воротах у нас сегодня Захар. Алихан остался на замене. Справа в защите Миша. Нету в основном составе Сергея и Игоря. Они пропустили неделю тренировок. И начинают матч с замены. Также у нас новая форма, которая очень красиво смотрится на наших игроках. И у всех обновленные номера. Передача по левому, по правому флангу. Хорошая передача, но никто ее не принимал. Передача в открытую зону. Захар ставит мяч, готовится к удару от ворот. Выносы постоянно следуют от наших футболистов. Никаких опасных или интересных моментов не было, только на первой минуте был прострел от 45-го номера NJFC. Хорошо! Выходит на ударную позицию! Убей! Заблокирован этот удар. Отлично, защитником NJFC заблокирован этот удар. Будет угловой, оказалось, будет аут. Подача. Мимо всех пролетает мяч. Ну как так-то? Ансар. Еще одна подача. Две подачи без голов и... Боже мой. Я не смогу разобраться, что это было. Вынос... Горит. Мяч за полем, за самим стадионом. Через дырку его просовывают. И угловой удар. Давайте бить! Но, благо, удар закончился без гола, и это даже не угловой. Удар от ворот. Заха ставит мяч и размахивает руками в недовольстве. Следует вынос, но не дотягивается до мяча. Миха не прочитал этот скок. Как он прекрасно убирает Аслана! За пивом улетает. Хорошо! Кажется, была опасная игра, но... Он это не обращает внимания. Титан! Второй отбор! Хорошо! Отлично, Миша, отлично!
закидывает. Вау, вау. Демонстрация того, как прекрасно играет Миша, и прострел в штрафную вот не видно было. Ну, этот прострел не получился. Пошла 5-я минута матча. Счет по нулям. Аут NGVC вброс. Очередной. Мне кажется, там был угловой, но это удар от ворот. Хороша передача Захара, но не так хорош прием Мехрата. Харун в этом матче реально много отборов делает, но сейчас его тоже убирают. Падает Батыр. Буквально не может стоять на ногах. Ну хорошо, прорывается по флангу, подавай! Хорошо простреливал бы Мехрат, хорошо. Но он не дотянулся на меня. Вытянуть бы немножко и можно было открывать счет. Через ближнего разыгрывает вратарь NGFC. Движение по флангу, передача в центр, перехват Аслана. Хорошая передача на Батыра! Не получилось. Еще старался догнать и прострелить, но этого не получается. То ли ударить, то ли отдать передачу хотел Наиль, но защитник играет надежно. Очень надежная защита NGFC в этом матче пока что. Что, и аут. NGFC не выбрасывает. Над Игорем пролетает мяч. Над Наилем. Скидка Батыра. Передача на Наиля. Падение, ну поставь! Считаю, что там ничего не было. Хорошо играет на выходе вратарь и останавливает игру главных битов. На газоне Наиль. Как неприятно. В икроножные мышцы ударили нашего вингера. Штрафного удара не будет, это понятно. Мяч в руках у вратаря. Вынос. На поле появился Игорь с Сергеем. Забирает его мяч Сергей. Немного паникует он, но хорошую передачу выдает на Наиля. А дальше следует вынос NGFC во фланге игра. И Лансар хорош в отборе. Опустите мяч на землю, почему он вечно летает? И подача. Ее снимает Арон. Казалось, что он ее снимает. Непонятный эпизод. Подача больше похожая на прострел, заброс. Передача на Игоря, скидка. Перевод на другой фланг не получается, ну как же хорошо! Хорошо работает во дворе, накрывает мяч корпусом. Вон.
матч снова в воздухе. Проигрывает эту борьбу Арон и выносит снова вал. Очень-очень много аутов в этой игре. На Игоря, передача на Игоря, передача Батыралиев в голову. Явно фалил в этом эпизоде Сергей. Явный удар по ноге, и даже после этого споткнулся. Фол по делу, фол по делу. Быстрый розыгрыш! Назад ставит мяч. По свистку этот штрафный удар должен быть разыгран. Перед вратарем встань, перед вратарем. Убегает и... Удар по воротам. Этот удар по воротам заблокирован игроками Жицу. Непонятно какими. Миша очень хорошо играет в этом матче. Угловой, быстрый розыгрыш. Передача в центр, перехват от Игоря. Беги, беги! Дай передачу в центр и вводи его один в один. Ну, хороший перевод. Со второй попытки фиксирует мяч Захар. Посмотрите, какой шикарный перевод. И удар в одно касание 29-го номера NGFC. Действительно, хорошо играет NGFC в этом матче. Сергей принимает. Потеря мяча в центре поля. Возвращение в оборону. Хорошая передача в зону. Заходи к этому, иди к мячу. Сбивай, Артур. Альдис, Лена. Альдис. Передача в центр. Еще пас на Игоря. Какой выход? 3-1. Принимай. Прими себе на ход и ударь. Получается, удар у него... И какой пас на Игоря, шикарный, ну забей этот момент. Почему не глядя, прими удар. Опять перехват, хороший пас. Удар по воротам! Открывает счет и забивает свой шестой гол. Шестой гол за чемпионат. На 12-й минуте счет открыт. Действительно сложный матч для ЖТСУ. Но какой перехват от Сергея. Потом пытались отыграть в стенку, но не получилось. И отличный удар по воротам. Бильярдный. Обрез в центре поля от 11 номера. Просит передачу. Еще играет стенку. Просил он передачу. Сергей хотел стенку отыграть с Асланом, но пас у него не получился. Стенка хорошая. Ну, что ты делаешь? Прими и отдай счетчик. Аут, очередной аут. Аж на несколько метров двигается игрок МЖФС. Аслан, передача на Игоря головой. Тот сбрасывал в центр. Хорошо. Опасная игра.
опасная игра от Сергея. За такое можно и желтую карточку получить. Понятное дело, не спорит, а если бы спорил, мог бы доспориться до желтой. Сыграть через ближнего. Передача на ближнего. В подкате пытался забрать мяч Игорь, но это получается у Сергея. И удар по воротам. И гол! После этого он упал и... Празднование в стиле тише-тише. Как он хорошо это выгрыз, как хорошо пробил, опять бильярдный гол. Вратарь даже не дернулся. Видимо, подумал, что мяч уходит за линию. Двое игроков подходят к угловому. Хорошо, Ансар выдвигается. Как хорошо он это делает. И очередной обрез NGFC. Кажется, они попали. После первого гола NGFC немного поплыл. Какая передача на Игоря. Перевод на фланг. Дай скидку уже. Какая хорошая передача. Хороший пас и удар. Делает счет разгрома. Разгромный. На домашнем для себя поле играет GTSU в этом чемпионате. И... На 15-й минуте Иска делает счет 3-0, что является разгромом. Какая шикарная передача в падении от Сергея. И выйдя на поле, он оформил уже 1 плюс 1. А, нет, 1 плюс 2. Отдай Иске в зону, что ты выдумываешь? Хорошая передача. Штрафный удар. Обрезается пасом. Хороший разворот и дал бы сильнее, но дал бы сильнее. Явно поплыли игроки NGFC, начали уже играть в свой, ну, не в свой футбол, очевидно. Повтор, как хорошо скинул Игорь и перевод на фланг от Серого, но... Получилось довести эту атаку до удара, но сам рисунок был хорошим. Подтягивает немного Гетры, вынос. Михра! Нужно принимать такие передачи. Мяч под ногой буквально пролетел и удар от ворот. Есть несколько вариантов продолжения атаки. Вынос. В центре поля перехват. Как он красиво его убирал, но до удара опять-таки не смог довести. Дебай.
кричит Захар. Удар поворотом! Какой опасный удар! Хорошо, он пропускал и накрывал корпусом мяч, и попадать нужно из таких позиций. Слава накрывает. Вводится в свою штрафную зону, и у него это хорошо получается. Передача, прием вперед, больше похоже на пас. Хороший удар, отлично. Впервые за долгое время у NGFC получилась опасная атака. Потеряли там игры, это очевидно. Очередной вынос от Захара. Ждал, что он перелетит мяч. Хорошая передача! Выходи один в один. Абсолютно все штрафные удары у NGFC начинаются с выноса, либо удара поворотом. Ну, хорошо, принимает себе на ход Иска, передача на Наиля. Хорошо, ходи в зону. Жестче поставь корпус, и это действительно чистая игра в мяч. Третий номер, заправленный футболок. Так играли в 90-х, и так играли очень жестко. Как хорошо! Отличный гол! Празднование в стиле Серхио Рамоса. 4-0, оформляет дубль Сергей. 2 плюс 2 на его счету. Как же он обрезался. Не стал медлить и в одно касание направил мяч точно в угол. Засадил. Празднование посвящено его другу, который тоже играл в GTSU под 9-м номером. Пошла 20-я минута матча. Передача хорошо разыгрывает NGFC во фланге. Подача в штрафную. Отлично играет на выходе Захар. Действительно неплохо разыграл NGFC во фланге, но тут Мехрат упал, явно прося штрафной удар, хотя там ничего не было, грубо говоря. А как же хорошо разыграл здесь NGFC во фланге. Получилось это вести дело до подачи. Но подача прошла с руки Захара. Держит мяч на землю, его сразу накрывает, он незамедлительно выносит. Хороший заброс на борьбу, которую Искандер проигрывает. Хорошо выдергивается из ворот вратарь. Вынос, получается, прием у 25-го номера. Есть какой-никакой рисунок игры. Но, как по мне, новая форма, она смотрится просто шикарно. Хороший перевод во фланг принимает. Под напряжением играют,
под постоянным напряжением играют защитники NGFC, и это очень сложно для них. Но несмотря на это, даже отбрасывая счет, можно сказать, что они контролируют ситуацию у своих ворот, когда они играют под напряжением. И даже сейчас у них получается опасная атака. Опасная атака, которую можно было доводить до подачи. Скидка, ну зачем ты это делаешь? Хорошая передача в зону, входи и бей! Хорошо доигрывает, но не догоняет. Решил не добегать. Вот хорошо, отличная передача во фланг. Один двигается и бьет по воротам. Хорошо, Захар, отличный сейв! Как кошка прыгнул, в буквальном смысле этого слова. Ну, невероятный сейв. Просто замечательно. Затем последовал вынос на угловую Захара. Ой, Бая, а Танцара. Все шикарно было в этом сейве. Ну и пас назад. Мяч укатился в аут. Нужно было быстро вводить этот аут, пока все не вернулись, а так вся команда на половине поля NGFC, что наши, что NGFC. Очередной вынос от Захара, он слишком часто выносит, мне кажется. Снимает этот заброс. И... Шпас. Хороший перевод во фланг. Даже у Аслана не получается перехватить. Хороший удар. Хорошо в сторону отбивает Захар. Замечательно. Замечательно Захар играет. Мне кажется, у него все отлично получается на линии ворот. Хорошо, выпрыгивает Арон и выигрывает эту борьбу, переводит мяч на угловой. Арчи, уводи, Арчи, уводи. Хорошо перехватывает Наиль, но не получается у него контролировать мяч и все-таки аут. А пошла последняя минута первого тайма. Осталось играть буквально 2 минуты и команды уйдут на перерыв. Даже не стал ждать и добавлять какое-либо время. Сразу же звучал стоп об окончании первого тайма.
Ну что ж, начинается второй тайм. К мячу подходит Игорь. Я не заметил, что его заменили под конец второго тайма. Ой, первого тайма. Хорошо, и еще изменения. В воротах Алихан. Первый тайм в воротах проводил Захар. И по флангу двигается скидка, еще игра в стенку, вынос, прием Игоря, передача в никуда, с голосом играет вратарь. Хорошо, обрез, удар по воротам, но дай прострел, зачем ты бьешь с острого угла? Скидка на Алихана, следует вынос. Хорошо доигрывает мяч за поле. Мяч за поле. Здесь нужно было простреливать. Нужно было простреливать на дальнюю штангу. Ну, поделись. Не надо жадничать. Отдай эту передачу. У тебя и так бешеная статистика. Ты забил... Сколько получается? 6 голов за 2 матча. Это невероятно. 3 гола за матч в среднем. Поднимайся! Хорошая передача на Мехрата. Ну, удар! Лучше ударить в этой ситуации. Еще хорошая передача. Удар по воротам в руки Алихана. Неплохую атаку разыграл уже все. Снова обрез. Долго разбираемся, долго. Передача на Аслана, в центр, хорошо забрасывает на Игоря. Ася. Действительно, это опасная игра, по делу ставишь штрафной. Прекрасная работа главного арбитра. И снимает. Еще мяч оказывается в центре. Серый по центру. Ну, ударь по воротам, отдает пас в руки вратарюка! Это действительно 100% момент. Здесь нужно было явно оформлять дубль и делать счет 5-0. Очень большое обилие моментов у ЖТСУ. Ну, потому что буквально NGFC уже потерял темп игры.
Я не понял, что там было, но это гол кружился. Передача в центр, но мяч не доходит. Игорь, это выход 2 в 2. Но успевает вернуться. Хорошо, он прокидывает себе во фланг. Под левую нерабочую ногу. А вот в подус уже тасу. Конечно, я удивлен. Передача на Наиля. Наиля на Игоря. Игорь, скидка. Сергей. И очередной обрез от игроков МЖФС. Похоже, там был аут. Аут вводит Арон. Арон хорошо в этом матче играет на бровке. Наиль чудесным финтом. Самбреро. И Даня не забивает. Отличный момент. Очень хочу выделить этот финт. Он сложный в исполнении. Алихан с голосом играет на выходе. И вынос. То бишь длинная передача. Хорошо, Миша. Настоящий титан. Схавал всю правую бровку. А вот в позицию. Хороший прием пяткой от Дани. Удар головой, отскок, и мяч все-таки попал в руку вратарю. Ансар с Мишей играют чудесно. Жестко, чисто и так удар в пользу МЖФС. Полагаю, здесь будет очередной вынос. Да. И снова обрез в центре поля. Передача на Даню. Серый все-таки забирает это головой. Ну, прими! Принимай мячи. Хорошо вступает в отбор. Двигается по флангу. Прострел заблокирован. Хороший пас должен был отдать в этом моменте Даня. Тут же пас получился жестким, чем-то похожим на удар. Хорошие пропуски, хороший розыгрыш, называется, для руки. Его придумали давно. В принципе, какая передача, не глядя. Скидка на Даню. Не получилось. Хорош! Егор, смена! Егор, смена! Егор! Хорош, Игорь! Отличный подкат. Шикарный. Просто шикарный подкат. К нему идите, накрывайте. Хорошо, на скорости скидка на вратаря. Сразу вынос в одно касание. Снимают этот заброс игроки NGFC.
аут, аут очередной, аут. Передача на 29 номера. Накрывает корпусом. Отлично накрывает корпусом мяч Арон. Удар от ворот. Ничего не получается создать у наших ворот NGFC. В том числе потому, что наши защитники просто прекрасно это могут. Хорошо. Что, атака, ну... Миша прекрасен. Как прекрасен он. Сави, Рон. Снимает его. Хорошо, в центр. О, неточный пас на третий номер NGFC. Ну, развернись и удай. Дай передачу во фланг. Подача в штрафную. Вратарь отлично играет на выходе. Фиксирует мяч буквально с первой пытки. Перетает мяч Ансара. Но все-таки гол не оказалось. Прием в сторону. Передача на Мишу. Хороший прием. Хороший прием в сторону. Прострел. Прострел заблокирован. Сделай его посильнее. Хорошая передача в центр. Скандирование болельщиков. Как-никак, мне кажется, у нас лучший фан-клуб, фан-база, или как еще это можно назвать. Отличный прием, Миша. Тоже хороший прием Сергея в сторону. Ну, третьим номером заблокирован этот прострел. Еще хорошая передача Дани. Скидка в центр не получилась. Достаточно хороший, что в итоге пробить кого-то. Там какая-то неразбериха была в фланге, в итоге вынос. Сергей, как хорошо он входит. Расставайся уже с мячом. Хорошо. Это угловой, 88 номер. Амир. В этом матче прелестен. Прелестен. В этом матче он хорош. Ставит мяч. Для розыгрыша два пропуска. Удар по воротам! Хороший удар по воротам, но пробей чуть точнее, и мог бы залететь и красивый гол. Жусина заходит он по флангу, под левую. Передача. Потеря мяча, хорошо, обрезается NGFC, как медленно, ну расстанься уже с мячом. Он забивает этот гол. Я не понимаю, как он это сделал. Ну, правда поздно ударил, очень поздно. Скорее нужно было здесь намного раньше давать прострел, ну или хотя бы раньше бить. Он может забить буквально из любой позиции. Это невероятный игрок. Он очень много делает на поле. Передача в штрафную.
Бей сразу! Ты с ней ударь! Еще пробей! Лучше приложиться к мячу, и можно было бы попасть по воротам. В прошлом сезоне недавно закончился весенний ДЮФЛ, где мы заняли второе место, в финале проиграв Трейсу со счетом 4-1. И это был последний матч в том сезоне, где Игорь забил больше 60 голов. В 3 раза меньше голов у Сергея. А Игорь постоянно, для него это привычка забивать кучу голов. Он играл решающую роль в очень многих матчах. Также матч ДЮФЛ 2020 года, а тут опасный момент. Матч ДЮФЛ 2020 года, где у нас была победа со счетом 2-1. Над Джейраном 2. Там Игорь левой ногой покатил мяч между ног вратарю. А сейчас во фланге Даня принимает. Сергей просит подачу. Но она не следует. Слишком сильно назад ушел Даня для подачи. Падение и штрафной удар. Много игроков просится ее ударить. Непонятно, за что поставили штрафной удар, за удар по ноге Наиля или за падение Дани. Но я так понял, за падение Дани. К мячу подходит сразу несколько игроков. Даня, Наиль, Сергей, Батыр. И даже игрок NGFC подходит к мячу. Алихан? Алихан подходит к мячу и просится пробить. И похоже, все-таки он будет бить. Да. Подтверждает информацию Артем Евгеньевич. Алихан бьет. Позиция отличная. И можно... Ну лупи на силу! Ну что ты? Чем ты жалеешь? Ударь посильнее, ну действительно. Очень слабый удар. Хорошо, переход Батыра, передача в центр, удар по воротам. Как это может быть не гол? Может это угловой? Да, ну, нет, он действительно не попал по воротам из такой улетной позиции. Еще один перехват. Ну, затем следует потеря мяча, атака 3 в 3. Какая ошибка, Алихан? Ну, что это такое? Мяч полетел его прямо в руки. Козлов Сергей, 18 номер, отыгрывает один мяч. Так это называется гол престижа, но это была действительно ошибка Алихана. Хорошая передача, удар по воротам. Буквально сам себе в ворота Алихан закинул этот мяч. Не понимаю, его ослепило так солнце или может что-то еще помешало, но все же. Счет 5-1, и вроде как после гола включились потихоньку игроки NGFC в игру. Снова уловили этот темп, сейчас угловой. Спустя минуту передача на 11 номер. Подача в штрафную, ее блокируют.
Арон. Претензии есть также и к защитникам, потому что Сергей действительно остался один, и Игорь прокидывает себе мяч вперед и не успевает за мячом. Ему не хватает скорости. Хороший перевод во фланг. Попал. Сергей действительно остался один, и даже если бы Алихан не допустил эту ошибку, а Сергей мог ударить лучше и забить в угол ворот самостоятельно, без помощи нашего вратаря. Ошибки бывают у всех, не стоит расстраиваться, а тут во фланге Аслан возится и нужно было прострелить. Показывает руками, что не трогает этот мяч, и действительно это угловой. Семь минут до конца матча. Ну и хорошо разыгрывают, хорошо принимают, сразу поднимается. Еще его бьют по ногам, но как реальный Месси. Настоящий Месси баттер играет. Его бьют по ногам, он мгновенно поднимается, следует удар по воротам от Иски. Быстро вводит мяч в игру вратарь. Прием мяча. Ну, и что? Ну-ну. Аут. Один GFC. Неправильно он дал. А вот замена. Микрат появился на поле вместо Арона. Они все очень похожи в этой форме, которую я не перестану это говорить, очень им идет. Очень красивая форма. Прием. Падение Мехрата и зацепился он ногой в руках GFC, но за это штрафной не поставили, так как мяч остался у GFC. Миша. Горит, ну подскажите ему, что он горит. Он накрывает мяч корпусом и выносит его впоследствии в аут. Хорошо разыгрывают. Передача на Игоря. Игорь заходит. Удар по воротам, ну прострели! А потом он в пляжное поле лежит на поле. Аут в пользу Читасу, вброс на Батыра. Аслан. Передача в зону, но ее перехватывает слишком слабо. Игорь. Прострел. Наконец-то он простреливает. Батыр не смог забить. Отличный момент. Хорошо отдал Батыр. Прострел буквально в два касания. Но отличный момент. Подставить ногу Искину или лучше пробить Батыру. И счет бы был 6-1. Скидка. Передача Игорь. Аскар появился на поле. Я не знаю вместо кого, но какой удар по воротам выше перекладины. Чуть выше перекладины пробился.
Очередной удар от ворот НЖФС. Хорошая передача, точно в зону. 30 номер, но ее перехватывает 45 номер. Хорошо, Аслан играет в подборе. Бей поворотом, но оформляет все три. Это 8-й гол за 2 матча. Невероятная статистика. Он какой-то бешеный, в хорошем смысле. Так, играть на это надо уметь. Действительно забивает очень много голов. Может вообще что угодно. Как он что-то в одно касание направил мяч в сетку ворот. Но до конца матча осталось не так много времени. И мне кажется, не будет следовать добавленное время. Начинаются постоянные выносы от игроков NGFC. Потому что они потеряли темп игры. Горишь! И хорошая передача, хороший прострел. Ансар выгрызает этот мяч. Буквально с костями. Аут в пользу Житосу. Прекрасно сыграл Мефрат. Плюс к этому еще и сохранил мяч для своей команды. Иска пробегает по флангу. Передача на Сергея. Слишком слабая. Ее легко перехватывают. И здесь фол. Заброс, штрафную площадь. Накрывает мяч корпусом Ансар. Очередной удар от ворот. И до конца матча остается не так много времени. Буквально идут последние минуты матча, и победитель уже известен. Но, правда, ради стоит сказать, что NGFC действительно неплохо смотрелся в начале игры до того, как счет стал открытым. До гола Игоря. Хорошо, да как же он прекрасно всех обводит. Невероятный мой дрибл. Просто замечательно, буквально как Месси. Подача. Матч подходит к концу, пошла 50-я минута. Здесь у нас, ну отыграйся же в стенку или отдай уже по зону. Матч окончен, и это победа со счетом 6-1. Вторая победа во втором туре. Два матча, две победы, 15 забитых и 2 пропущенных. Чудесно, просто невероятно. Ну а всем спасибо, я комментировал этот матч. Меня зовут Яров Дмитрий.